В Коврове пожарные спасли мужчину. Квартира загорелась в доме на улице Волго-Донской. Из окна шел дым, когда на вызов приехали пожарные. В задымленной комнате на кровати огнеборцы обнаружили мужчину, под которым тлел диван и постельные принадлежности. Площадь горения составила всего 2 квадратных метра, но даже этого достаточно для того, чтобы отравиться угарным газом. В этот раз трагедии не произошло. Мужчину успели вынести на свежий воздух. Пострадал только диван и отделка комнаты. Причина пожара – неосторожность при курении хозяина квартиры. Огнеборцам-спасателям в таких случаях полагается как минимум благодарность. Там же в Коврове будут судить мошенницу. 35-летняя женщина обманным путем получала деньги граждан. Представляясь сотрудником ГИБДД, она обещала им помощь в оформлении водительского удостоверения. Просила за услугу деньги, оформляла расписки в несколько раз превышающие размеры займов. Некоторых потерпевших вынуждала оформлять кредиты. Таким образом, подозреваемой удалось похитить более 900 тысяч рублей. Жертвами ее действий стали 6 человек. Некоторым она уже вернула незначительную часть похищенного. Свою вину мошенница признала. А этот мужчина тоже подозревается в мошенничестве. Пообещал одной женщине освободить от уголовного преследования ее сыновей. С другой успел взять 320 тысяч рублей за содействие в получении жилья вне очереди. В доверие втирался, представляясь сотрудником надзорного ведомства, задержанному 60 лет, он житель Владимира, и ранее уже был судим. Если вы или ваши знакомые тоже стали жертвой преступления, деятельности данного гражданина, сообщите об этом в полицию по телефону, который сейчас на вашем экране.